потеряла. Чего? Проспала. Че снилось? Даже я тебе не приснилась. Че с головой? Ты нормально вообще? Виталий Юрьевич, разомни ее по дому, а то она спала у нас. У нее сладкий дневной сон был, даже я не приснилась. Пожалуйста, мне девочку, а девочку. Не как мальчиш плохиш, а девочку. А где там подпрыжка, не пойму никак. Ну ты вот едешь, смотри, в таком состоянии. Вытащила эту штучку свою, все, такая молодец. И вот это что, вот сбоку посмотри на меня. Вот с такого состояния ты идешь дальше на элемент. Там где эта штучка? Там маленький такой прогибчик был, такой гламурненький. Гламурчика я вообще не увидела. Опять Соня, мальчиш плохиш. Вот ты всегда представляй, вот ты представляй, что здесь бортик. Вот немного, все, придержи таз. И все получится тогда, придержи. Потому что начинаешь крутиться, хотеть, и начинаешь крутиться и прямо подать в ногу. Сил не туда, силы снизу наверх. Когда держишь ангелочка, подняла, запеленала, погладила, да, крылышки расправила, все, что хочешь, ну, придумай, как бы, да, какую-то историю, что ты с ним делаешь. На руку положила, и вот здесь как крылышко сделай. Немножко обыграй, да. Смотри на меня, вот, прям обыграй, обыграй. Чуть выше головы, конечно. Все, а потом ты его уже отпустишь в небо.